Мир вам, церковь, еще раз. Мир всем, здраво, раз. У вас уже как-то три собрания прошло, мне кажется. Да, слышу, что я три девколпоем была, так много, что себе потеть. Я же не говорю, слушай, а надо вообще проповедь? А сева, я сак, виспар, я ослабленного. Знаете, часто у нас такие есть вот, как говорится, хоть ресы, но тебе надо сделать, да, вот. Цитрес, ир так, а вот справки, это все яйзер. Ну, я верю, что мы не придерживаем таких традиций, да, что вот нам, чтобы не случилось, надо вот сказать проповедь, да. Но я верю, что будет благословением для вас. Я верю, что это будет про святые прежде. Потому что я услышал какие-то свидетельства, где вот они совпадают немножко вот с тем временем, которое я проходил. Jo es dzirdēju arī jūsu liecībās kaut kādas lietas, kas sakrīt ar to, ka mēs gājām cauri. И хочу сегодня поделиться, как будет как свидетельство плюс проповедь. Un šodien es arī gribu padalīties, tā būs kā liecība plus svētruma Dieva vārds. Да. Мы не помним, когда уже были в последний раз. Ну, es neatceros, довольно давно. Pēdējā reize diezgan pasen. Но слава Богу, я очень рад, что вы держитесь, что люди есть новые. Bet paldies Dievam, es esmu priecīgs, kad jūs turaties, kad ir arī jauni cilvēki. Что есть, кто еще держится с прошлого раза. Kas ir vēl tie cilvēki, kas turās vēl no iepriekšējās reizes, kad mēs bijām, jūs esat malači. Как Саша сказал с самого начала. Kā Саша teica pašā sākumā. Что у нас будет скорби, да? У нас есть скорби. Mums būs ciešanas un grūtības. И у нас будут трудности. Mums būs grūtības. И в Библии сказано, что побеждающий, тот, кто... То есть победитель тот, кто пройдет все, да? Un Bībele saka, kad uzvarēs tas, kurš izies visam cauri. Spasāt ne načalo, a spasāt konec, da? Labi, ne sākums, bet beigas. Paldies. Я тоже себе купил кубик Рубик недавно. Es arī nesen sev nopirku kubiku Rubiku, bet vēl nesāku. Хорошая пицца. Ļoti laba lieta. Вот, давайте помолимся. Aizlūksim kopā. Отец, мы благодарим тебя. Tās mēs pateicamies tev. За каждое свидетельство, которое мы сегодня слышали. Par katru liecību, kur mēs šodien dzirdējām. Спасибо, что ты работаешь в жизни людей. Paldies, ka tu strādā cilvēku dzīves. Спасибо, Иисус, что ты являешься людям. Paldies, ka tu parādies cilvēkiem. И спасибо, что мы можем быть свидетелями твоей великой любви. Un paldies, ka mēs varam būt liecinieki tavai varenai mīlestībai. Каждому из нас. Katram priekš mums. Во имя Иисуса Христа. Jēzus vārdā. Аминь. Амен. Амен. Я хочу вам сначала показать одно видео. Сакума, я хочу показать одно видео. Оно, знаете, будет такое, как предисловие к сегодняшнему проповеди и свидетельству. Это будет как ивод вардс шиздиенс святурной. У нас как бы, время, не знаю, какие вы обычно проводите. Я не знаю, как я бы с ним сердеколп. Но я постараюсь сократить. Bet es mēģināšu kaut kā saīsināt. Вот, ну, в любом случае, если вам надо спешить, вы можете будет идти. У каждого есть герой. Меня это мой папа. Я могу. С тех пор, как мама умерла, мы остались вдвоем. Он умеет наполнять мою жизнь красками. Папа? Какая? Это. Иногда я не понимаю его совета, но я ему доверяю. Нас всегда объединяла любовь к бегу. Однажды я буду быстрее, чем он. И тогда я буду побеждать в каждом марафоне в мире. Эбби? Эбби? Что с тобой, чемпион? По крайней мере, таким был мой план. Я теряю зрение. Прочитай самую нижнюю строчку, какую видишь. Это называется интраокулярная меланома. Рак глаза. К несчастью, ты потеряешь зрение. Это был худший день в моей жизни. Папа? Просыпайся. Готова бежать, чемпион? Побежали. Я думала, он будет рядом со мной. Видимо, я ошибалась. Где ты, папа? Папа! Он оставил меня. Где ты, папа? Куда ты ушел? Разве он больше не любит меня? Я больше не красивая? Он больше не гордится мной?
Папа, почему ты оставил меня? Эбби думает, что я ее оставил. И как бы мне не было больно это слышать, она права. Я оставил ее. Самое большое, что мы можем сделать, это сохранить глаз, чтобы косметически он остался на месте. Это моя девочка. Это моя девочка. Это моя маленькая девочка. Нет! Я оставил ее, чтобы она поняла, что гораздо храбрее, чем думала. Я оставил ее, чтобы она осознала, какая она красивая изнутри наружу. Я оставил ее, чтобы бросить ей вызов, какой она даже не представляла. Я оставил ее, чтобы она поняла, какая она сильная. Аминь. Амен. Сильно, правда? Амен. Спасибо. И знаете, у нас в жизни Бог допускает какие-то моменты, как будто нам кажется, что вот мы одни, да? Знаете, в жизни Dievs pieļauj kaut kādu situāciju, kur mums liekas, ka mēs esam palikuši vieni. Это вот эти трудности, да, которые говорил Саша с самого начала. Tās ir tās grūtības, par ko Aleksandrs pašā sākumā teica. Нам кажется, когда вот нам в тот момент, когда нам кажется, нужно больше всего. Un tajā mirklī, kad mums liekas, ka mums vajag visvairāk. Кажется, что мы одиноки, что мы одни. Liekas, ka mēs esam vientuļi, mēs esam vieni. И что отец меня оставил, да? Ka tēvs mani ir atstājis. И у меня тоже был такой период в моей жизни. Un manā dzīvē arī bija tāds posms. И о нём я хочу с вами поделиться. Un šodien es gribu dalīties tajā. Это было 2 года где-то. Šis posms bija apmēram 2 gadus. И в Екклесиаста 3:1 написано. Un Salmana mācītāja grāmatā 3:1 ir rakstīts. Всему своё время и время всякой вещи под небом. Katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. В жизни есть моменты, когда ты с людьми. Dzīvē ir brīži, tad, kad tu esi kopā ar cilvēkiem. Есть моменты, когда ты один. Un ir mirkli, kad tu esi viens. Как сестра сказала, да? Kā māsa jau teica šodien liecināja. Что кажется, ты вот порой хочется побыть одному, да? Kad gribas būt vienam. Ты уже был там, служил там, служил там, служил. Ты просто нет сил. Tu jau tur esi kalpojis, man liekas, tev nav spēka. Но это тоже нужно. Bet tas arī ir vajadzīgs. Такие моменты тоже нужны. Tādi brīži arī ir vajadzīgi. Я верю, что у каждого из нас, если ты уже с Богом хотя бы чуть-чуть, Un es ticu, ka katram no mums, pat ja tu esi ar Dievu kaut vai īsu laiku, у тебя есть слово для твоей жизни. Tev ir vārds no Dieva priekš tavas dzīves. Даже через Библию, просто, когда ты читаешь, Бог тебе что-то говорит. Pat caur Bībeli, tad, kad tu lasi, Dievs kaut ko uz tevi runā. И так же было у меня. Tāpat arī bija man. Перед этим моей, скажем,
моим периодом засухи, периодом пустыни. Pirms mana tūkstneša laika. Это было где-то 2,5 года назад. Tas bija apmēram 2,5 gadus atpakaļ. Бог, знаете, много что говорил через разных пророков, через разных людей, через разных служителей. Ļoti daudz runāja uz mūsu dzīvēm, caur dažādiem praviešiem cilvēkiem. Про новые служения и так дальше. Par kalpošanām un tā tālāk. И часто, когда нам что-то говорят, нам хочется, чтобы это завтра было, правда? Un bieži tad, kad mums kaut ko saka tādu, tad gribas, lai tas jau rītdien notiek. Мы живем в таком времени, что надо уже вчера. Un mēs dzīvējam tādā laikā, ka vajag jau rītdien to saņemt. Кажется, он 2 минуты. 2 минуты опоздал, все, конец света, да? Liekas, 2 minūtes nokavē, viss, jau pasaules gals. Но Бог, он проверяет нас, он нас вырабатывает нас терпение, долго терпение. Bet Dievs, viņš pārbauda mūs un izstrādā ilgpacietību. Вот, поэтому если у тебя нет такого слова, то молись, Бог тебе точно его даст. Tāpēc, ja tev, piemēram, nav tāds vārds, priekš tavas dzīves lūdzu, lai Dievs tev to dos, un viņš tev dos. Вот, после этих слов, знаете, когда Бог что сказал, у меня началась пустыня. Un pēc tiem laikiem, pēc tiem pravietojumiem, ko Dievs teica, man sākās tūkstnesis. Слава Богу, что нам было 2 года, а не 40 лет, да, как в Израиле. Paldies Dievam, ka tas tūkstnesis bija 2 gadus, nevis 40, kā Izraela tauta. Ну, она была. Bet tā bija. И знаете, в тот момент я никому ничего не говорил. Un tajā mirklī es nevienam neko neteicu. Я шел. Es gāju. И сегодня я хочу рассказать об этом. Un šodien es gribu pastāstīt par to. Есть такое интересное выражение, что мы можем произвести впечатление на людей через свои сильные стороны. Ir tāds teiciens, kad mēs varam iespaidu atstāt uz cilvēkiem caur savām stiprajām pusēm. Но на самом деле мы соединяемся с ними через свои слабости. Bet patiesībā mēs ar viņiem savienojamies ar mūsu vājībām. Потому что мы говорим, что мы такие же люди, как ты. Jo tādā veidā mēs pasakām, mēs esam tieši tās pats cilvēks, kā tu. У меня такие же проблемы, как у тебя. Man arī ir tādas problēmas, kā tev. Независимо, ты Натан Моррис или ты человек здесь. Neatkarīgi no tā, vai более-менее верующий, да, скажем так. Vai tu esi Натанс Моррис vai kaut kāds плюс-минус ticīgais. У нас у всех одни и те же вызовы. Mums visiem ir vien tie paši izaicinājumi. Только уровни разные, да. Tikai varbūt līmeņi atšķirās. Но все мы сражаемся с одним и тем же. Bet visi sastopās un cīnās ar vienu to pašu. И вот были слова веры. Un bija tika runāti ticības vārdi. Были обещания в мою жизнь. Bija tādi Dieva apsolījumi manā dzīvē. И началась пустыня. Un sākās tūkstnesis. Знаете, это не было так вот прям. Tas nebija tā kā vienā momentā. Привет. Чао. Привет, я тут, да? Es esmu šeit. Нет. Знаете, был такой, как бы, много аспектов, которые начали это все делать. Bija tāds lietu kopums, kas sāka to veidot. Первая вещь, с которым это все началось. Pirmā lieta, no kā tas sākās. Это рождение нашей второй дочки. Kad piedzima mūsu otrā meitiņa. У нас были сложные очень роды. Mums bija ļoti sarežģītas dzemdības. С болезненными последствиями для моей жены. Ar tādām sāpīgām sekām priekš manas sievas. С которыми мы сражаем до сегодня. Ar kurām viņa cīnās vēl joprojām. Конечно, это повлияло и на меня тоже. Protams, tas ietekmē arī mani. Так есть. Мы одно целое. Tā ir, mēs esam viens sasals. Один страдает, второй страдает. Cieš viens, un tad arī laku sasošais cieš. У кого есть дети? Kam ir bērni? Вы поймете, что такое маленькие дети. Jūs zināt, kas ir mazi bērni. Что такое неспанные ночи. Kā ir tad, kad tu neguli naktis. Когда у тебя просто лимит твоего терпения, он растет. Kad tavas pacietības limits vienkārši pieaug. Когда качество и сон, это были разные вещи. Это не было как бы вместе. Качественный сон не был вместе. Man nebija kvalitatīvs miegs. Это тоже добавляло свою, скажем так, знаете, вот свой момент такой физический. Tas arī pievienoja tādu fizisku momentu nogurumu klāt. Также с этим всем, как я сказал, ухудшилось здоровье моей жены. Tāpat arī ar to visu ļoti pasliktinājās manas sievas veselība. Были такие моменты, что она не могла встать с кровати. Bija mirkli, ka viņa nevarēja piecelties no gultas. У неё, скажем так, develop. Развилась болезнь внутри. А у меня ятистиас слимība, которая просто, знаете, она влияла на всю её функциональность. Kas ietekmē visu viņas funkcionalitāti fizisko. И в такой момент я понял, что ей было сложно. Un es saprotu, kad viņai ir grūti. Потому что она не может позаботиться о ребёнке. Jo viņa nevar parūpēties par bērnu. Там дом убрать. Māju savākt. И так дальше. Un tā tālāk. Были такие моменты, что она просто лежала.
bija brīži, kad viņa vienkārši gulēja uz gultas. Zvala k Bogu. Un saucās Dievu. Plakala. Raudāja. И знаете, такая беспомощность. Была беспомощность. Отнаца тогда беспомощность, ну, как ты на кого-то как не можешь, бессерьёзно. И кажется, человек, который рядом, это я. Лекс, тот человек, который блакус, эс. Знаете, он должен быть поддержкой, он должен быть таким, знаете, опорой сильной. Тогда мирклит, там человеком рябут, как тогдам специгам отбалстам. Но, к сожалению, такого не было. But демжал, это не верю дод. Знаете, у меня не К сожалению, я не знаю, почему у меня не было эмпатии к этой ситуации. Я не знаю, почему, но мне, жаль, не было эмпатии перед этой ситуацией. Я, знаете, конечно, я включил, знаете, автомат какой-то. Я вставил себе такую автоматическую срицу, дарбию. Я просто восполнял нужды. Я просто там, конечно, убирал, там, заботился о детях. Картой май, ты рупаюсь про бернем. Был там. Я был там. Но я не был сердцем там. Bet es nebiju ar sirdi kopā. И знаете, это было сложно. Tas bija ļoti tā sarežģīti. В тот момент я, знаете, не задавал Богу уже вопросы. Un tajā mirklī es vairs pat neuzdevu Dievam jautājumus. Я просто шёл по течению. Es vienkārši gāju pa straumi peldē. Это всё усугублялось каждый год, то есть каждый день. Un tas viss tā pasliktinājās no dienas dienā. Я внутри был очень недоволен и злился на эти ситуации. Он иекшаяс был ļoti неапмернац un dusmīgs uz šīm situācijām. И где-то неосознанно, возможно, я злился на Бога. Он kaut arī neapzināti es biju dusmīgs uz Dievu. Ну я это так не говорил, да? Es tā to skaļi viņam neizteicu. Ну я чувствовал внутри, что я просто, ну, я игнорировал или я молчал перед ним, как знак протеста какого-то. Es viņu tā kā ignorēju un klusēju viņa priekšā kā tāda protesta zīme. И это все, конечно, еще усугубляло, знаете, наши отношения, потому что она ждала от меня поддержку. Он та сори пасликтиная мус отецибс, ио вини гайди яри но манис кокад отбалсту. А я в этот момент проходил свою пустыню. Бет та я мирклы параллели с гайсовым тукшнесен цаори. И знаете, Бог, что прекрасно с ним. Он знает, как сибринчти и гардиеву. Он любую нашу проблему, любую нашу трудность, он может обратить во благо. Винчи пкуру мусу проблему, винчор верс пар лабо. И это все побудило Веронику не уповать на человека. Он та свисари памудинаю ман сиеву не пляутес уз цилвак. Даже на мужа, да? Пат уз виру. А уповать на Господа. Бет пляутес тика уз дио. И через мою эту ошибку, что я не мог восполнить эту эмпатию или дать ей поддержку в тот самый нужный момент. Цар то вису, когда с небес спеешь, дот меня то отбалсту на эмпатию. Это как-то побудило ее больше уповать на Бога. И он ответил. Как-то да. То есть помудиная виню паляутес, то вот я своя рак дьявом. Я осознаю это. Несто обзинус. Что это его великая благодать. Тарвин лела жалости. Это его великая милость к нам. Тарвин лела жалости пред мумус. И Через весь процесс пустыни Бог показывал мне разные вещи, которые мне надо менять. Un caur šo tūkstnešu laiku Dievs rādīja visādas lietas manī, kas man ir jāmaina. Менял я или нет? Vai es to mainīju vai nē? Это другой вопрос. Tas ir cits jautājums. Но что-то я поменял, что-то еще в процессе. Kaut kas jau ir mainījies, bet kaut kas vēl ir procesā. Как я сказал, что в этот момент я особо не общался с Богом? Kā es teicu, tajā posmā es īpaši nesarunājos ar Dievu. Как ни странно, да? Arī cik būtu dīvaini. Я практически перестал молиться. Es gandrīz pārstāju lūgt. Ну, кроме перед едой, там и перед сном, да? Pirms ēdiena, varbūt tur un pirms miega. И то так, для галочки, да, в основном. Tikai tieksīšu pēc. Редко молился с семьей. Un ļoti reti, kad lūdzu ar ģimeni. Читал мало очень Библию. Ļoti maz lasīju vārdu. У меня были начаты планы в Библии. Man bija iesākt kaut kādu lasīšanas plānu Bībelē. Nu, часто я передвигал эти даты, знаешь, просто. Bet bieži es pārliku tā kā tos datumus uz priekšu. Иногда было по 13 дней, я помню, 13 дней один раз был. Citreiz pat bija, kad 13 dienas я es biju iekavējis vispār neko nelasīju un pārliku. Я это не говорю, что это классно, да? Es nesaku, ka tas ir forši. Я не хвалюсь этим точно. Un es nelielos ar to. Я просто говорю, что Бог может, знаете, даже меня использовать где-то потом. Un es saku vienkārši, ka Dievs pat tādā situācijā var arī lietot. Может, кто-то думает, о, приехал такой человек, да, нам что-то говорит. Kāds varbūt domā, о, просто tās cilvēks man kaut ko tas stāstīt. Я сам делюсь, как это было в моей жизни. Bet es vienkārši atklāt dalos, kāds bija manā dzīvē. Я отказывался проповедовать. Es atteicos sludināt.
Я им проповедовал, наверное, почти 2 года. Es divus gadus nesludināju. Потому что я понимал, что я не могу дать людям то, что у меня нет. Tāpēc es sapratu, ka es nevaru cilvēkiem dot to, kas man pašam nav. Знаете, мы можем красиво говорить. Знаете, мы можем скаисти. Мы можем научиться правильные вещи говорить. Мы можем iemācīties runāt pareizi. Но если у тебя внутри нету. Bet ja iekšēn, tas nenāk no iekšēns, ja tev nav spēks. Если у тебя нет этого личного переживания и опыта. Ja tev nav šī personīgā pieredze. Тогда нет смысла. Tad nav jēga. Твоим словам. Taviem vārdiem. И знаете, я служил ради галочки. Вот знаете, я скалпую текстишь пять. Я играл барабаны, все так же. Бунгас. Но я приходил и уходил. Это было, знаете, такое вот время, ну, интересное, которое у меня никогда до этого не было. Это время закончилось где-то 6 месяцев назад. Он сейчас лайк сбежался в маром, когда спустгадат пока. И я как бы служил, но я не был там. Es it kā kalpoju, bet es nebiju ar sirdi tur. Были люди, конечно, которые видели мое состояние. Bija cilvēki, kas redzēja manu stāvokli. Были те, кто пытался что-то помочь, но они понимали, ну, что ты можешь сказать? Я как бы все знаю и так. Bija cilvēki, kas tā kā mēģināja kaut ko palīdzēt, bet es, ну, ko tu vari man pateikt, es tā jau visu zinu. Просто были те, кто просто молча молились. Bija arī tādi, kas vienkārši paši lūdza. Чтобы Бог делал свою работу. Lai Dievs vienkārši dara savu darbu. Чтобы Бог, знаете, поддерживал, чтобы ты не упал. Lai Dievs vienkārši uztur. И как интересно, вот эта фотка, Саш, которая пустыня, да? Un cik interesanti. Вот когда мы идем по этой пустыне, когда мы сеем по тукснеси, у нас случаются оазисы. Mums gadās ceļā kādas oāzes. Знаете, да, что такое оазис? Zināt, kas ir oāze? Это вот место, когда ты можешь прийти и просто отвелдзеться, да? Да. Kad tu ir vieta, kur tu vari atnākt atvelдзеться. Просто можно набраться сил опять. Kur tu vari atkal gūt spēkus. И у меня тоже в моей пустыне было такое место. Un arī manā tuksnesī bija tāda vieta. У меня было одно. Man bija viena. Но у некоторых, с кем я общался, у них были несколько таких. Bet ar ko es esmu komunicējis, piemēram, viņi stāstīja, ka viņiem bija vairākas tādas. И был такой момент. Был такой момент, что я согласился один раз проповедовать. Bija tāds moments, kad es vienreiz piekritu sludināt. И это был оазис, который Бог допустил в этой всей пустыне. Un tā bija oāze, kuru Dievs pieļāva visā tajā tuksnesī. Знаете, просто ты в тот момент был, как будто опять тебя Бог наполнил. Un tajā mirklī bija tāds iet, ka atkal ir, kā Dievs tevi piepildījis. Новой силой, просто вот. Jauns spēks. Вау. Это было, знаете, так вот на неделю, да? Tas bija varbūt kādu nedēļu. И потом обратно в пустыню. Un pēc tam atkal tuksnesī. Говорится, ты набрался сил? Liekas, tu esi jau tā kā spēku saņēmis. Иди дальше. Un ej tālāk. Потому что, знаете, есть искушение у нас, у людей. Jo mums cilvēkiem ir kārdināt. То, что сегодня мы говорили, чтобы быть в комфорте, да? Ka šodien arī tik pieminēs, lai mēs būtu komfortā. Оазис – это еще не конец пустыни. Оаза vēl nav tuksneša beigas. Это перевалочный пункт. Tas ir kā tāds vienkārši posmiņš. Где ты опять набираешься сил, чтобы пройти дальше. Kur tu uzkrāji spēkus, lai iet tālāk līdz galam. И вот, я шел дальше. Un es gāju tālāk. Во время моей пустыни мое физическое состояние, оно тоже очень ухудшилось. Un mana tūkstneša laikā arī mana fiziskā, ну, stāvoklis, fiziskais stāvoklis pasliktinājās. Чтобы вы понимали, у меня идеальное здоровье. Man ir ideāla veselība. Слава Богу за это. Paldies Dievam par to. У меня я бывало, что 12 лет или 13 лет не было еще у доктора. Un bija arī, savu семейного доктора. Es pat kaut kāds 12-13 gadus nebija pie savas ģimenes ārsts. Она через других спрашивала, он там вообще жив еще? Viņa caur citiem interesēs, vai viņš vispār ir dzīvs. Моя брата жена говорит, да, все нормально. Mana брата saka, jā, viss kārtībā, viņš ir dzīvs. Поэтому вот было такое, что вот я просто не был у доктора. Es vienkārši negāju pie doktora. И слава Богу, ну за докторов, но хорошо, когда ты не идешь к ним, да? Paldies Dievam par doktoriem, bet ir labi, ja kad tā ar veselības labi. Но в тот момент я чувствовал, что мое физическое состояние, оно тоже начало ухудшаться очень сильно. Un es sajūtu, kad mans fiziskais stāvoklis ļoti pasliktinājās. Я прибавил весь очень сильно. Es ļoti pieņēmu svarā. Потому что у меня были, знаете, эти эмоциональные поедания. Jo man bija tāda emocionāla ēšana. Вот, это все, знаете, оно просто вот как ком наваливалось. Tas vienkārši kā tāds kamols man uzkrita virsū.
я уже, знаете, мне было очень сложно заботиться о себе. Я просто забил на себя. У меня было очень сарджито, грути, рупетес пар себе, мне свенкаши... У меня было депрессивное состояние. У меня был очень депрессивный ставокс. Не было депрессии, слава богу, да? Не было такая депрессия, но постоянно, знаете, такие ставокс, мысли разные шли. Ставокс, без мотивации что-то делать или мечтать. Без мотивации сколько дарить, сапнёнь. Поэтому... это было ужасное состояние. Это стас был бресминг ставокс. Кто-то думал, что это, знаете, может, кризис 30 лет? Я думаю, может, это 30 году криза. Но я знаю, что это реально была духовная пустыня, которую Бог допустил в мою жизнь. Но я знаю, что это был гарик стукснис, где Бог приняла меня в жизни. Я это понимал со стороны. Но мало я это обзинаю. Но я постоянно был в самосожалении. Но я все время живу в таком пашножале. Своих обстоятельств. Ко мне тогда обстоятельства. И так этим я оправдывал свое бездействие. Он тогда веда и сатаясь, свою бездарбию. Знаете, я не хотел полностью себя распинать. Я не хотел себе полнейба сесть крустом. Как бы внутри ты понимаешь, где есть вот ответ, куда надо двигаться. И такая, якщо ты сапрот, кури та отбилот, кури я верзас. Но я почему-то, не знаю, терпел. Но то есть такая, цвет твоего обстоятельства. И тем самым я удлинял свою пустыню. Он тогда веда я свенкаш пагаринаю свою тукснесе. И вот, где был выход? Кур тот би та изея? Во второй половине, вот, скажем так, уже ближе к концу моей пустыни. Тот, когда я верзиюсь, я у свою тукшнешу бейгас. Я увидел, ко мне попала одна книга на руки, скажем так. Он эссероди вен грамоту. Это книга Джона Бивира. Джона Бивира грамота. Бог, где ты? Диос, кур ту эсси? И он рассказывал там в этой книге о своих пустынях. Он читал грамоту, остался и про своим тукшнешем. Он проходил там пару пустынь. Тоже будучи служителем. Ари асот калпотас. И это так сильно, знаете, перекликнулось со мной. Он то стеклёт и сосался с И я понимаю, что вот где, вот для чего пустыня нужна. Он и сак сапрос лука пецер ведь. Это не просто то, что Бог меня забыл, да? Та снова венкаш, когда Диос меня рад стаис на измер. Трудности, которые в нашей жизни, это не просто потому, что ты плохой или там Бог тебя забыл или ты недостоин. Dzīvē nav tāpēc, ka tu esi slikts, vai tu neesi cienīgs, vai Dievs tevi ir atstājis aizmirsis. Нет. Nē. Это для определённой цели. Tas ir priekš kāda konkrēta mērķa. Для определённого времени. Priekš konkrēta laika. Для того, чтобы Бог мог что-то сделать в тебе. Lai Dievs spētu izdarīt kaut ko tevī. И я, когда вот начал углубляться в этот материал, размышлять больше. Tad, kad es sāku iedziļināties tajā materiālā, domāt par to vairāk. Я начал просить у Бога силы. Es sāku vienkārši lūgt Dievu spēku. Начал просить у него водительства. Как и что ты хочешь, Господь, сделать в моей жизни через это? Es sāku viņam lūgt vadību un teikt, Dievs, ko tu ar to vispār grib darīt manā dzīvē? И, знаете, началось интересное. Un sākās interesantas lietas. Я начал понимать, для чего Бог допустил это. Un es sāku apzināties, kāpēc Dievs to ir pieļāvis. И сегодня давайте посмотрим сейчас, что мы можем вынести или для чего пустыня в нашей жизни. Un šodien mēs vienkārši apskatīsim, ko mēs varam, kādas mācības mēs varam iznest no tūkstneša laika. Slavu Bogu, ko tu esi iemācis. Paldies Dievam, ka es esmu izgājis. Конечно, знаете, не было такой пустыни, вот, пустыни, сразу тебе вот Амазонка, да? Nebija tā, ka tūkstnes un pēc tam uzreiz Амазон. Там получается, что начинается больше зелени, да, вот. Сакас, по бишитим, зальюминч кого кац, он тац пара. Поэтому я еще вот приближаюсь к своей Амазонке, слава Богу, к тропическим лесам. К тропическим межам. Вот, но в любом случае мы на правильном пути. Мы сам пара. И хочу с вами поделиться сегодня несколько откровений и несколько вещей, которые я понял из своей пустыни. Я сейчас хочу поделиться с разными откласами, которые я сонял в тукснешу лайка. Я думаю, что у кого-то из вас уже была пустыня. Я думаю, что каждый из вас, естественно, себе вербиус. Возможно, она будет не одна. Варбут, это не будет один раз. Возможно, у вас сейчас пустыня. Варбут, у вас тагад ир тукснес. Возможно, у вас будет пустыня. Варбут, у вас будет вел. Поэтому это ключи. Tās ir atslēgas. Часть из ключей, которые, возможно, вам пригодятся в вашем пути. Даже no atslēgām, kas iespējams jums noderēs. Давайте вместе прочитаем. Izlasīsim kopā. Второзаконие 8:2. 5 Мозес 8:2. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет.
un piemina visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tūkstnesī visu šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņu bauštus turēsi vai nē. Значит, во-первых, Pirmkārt. Пустыня заставляет нас духовно взрослеть. Tūkstnesis palīdz mums garīgi pieaugt. Физический рост, он приходит через время. Fiziskā izaugsme atnāk pēc laika. Интеллектуальный рост мы получаем через обучение. Intelektuālā izaugsme mēs saņemam caur apmācībām, mācīšanās. Но духовный рост или духовная зрелость, она приходит через послушание. Bet garīgā izaugsme un briedums atnāk caur paklausību. Богу. Dievam. Когда это особенно трудно. Tad ir tīpaši tad, kad tas ir ļoti grūti. Это нас духовно взращивает. Tas mums garīgi audzē. Вы помните, когда Иисус был в пустыне? Jūs atceraties, kad Jēzus bija tūkstnesī? Вы можете сейчас представить любого героя из Библии. Un jūs varat iztēloties tagad jebkuru varoni, Bībeles varoni. Они все прошли через пустыню. Viņi visi izgāja caur savu veidu Авраам, Моисей, Исаак, Яков. Jākabs. Иисус, Павел. Jēzus, Pāvels. Все, все, все. Visi. Они проходили через свои пустыни. Viņi gāja caur kaut kādiem tūkstnešiem. И как вы думаете, если Христос Иисус прошел через пустыню, будем ли мы проходить? Un kā jums šķiet, ja Jēzus Kristus gāja caur tūkstnešiem, vai tad mēs neiesim? И даже не одну. Un nevienu. Если ему хватило одной, ja viņam 40 дней, viens tūkstnes 40 dienas, то я думаю, что нам потребуется немножко больше. Tad es domāju, ka mums vajadzēs, nu, vairāk. Но есть прелесть в этом. Bet ir arī savs skaistums tajā. Выйдя из пустыни, Христос вышел в силе духа. Амен. Izejot no tūkstnešas, Kristus iznāca gara spēkā. В силе духа. Gara Halleluja. Spēkā. Поэтому через трудности, побеждая искушения, мы становимся сильнее. Tāpēc caur grūtībām, uzvarot kārdinājumus, mēs kļūstam spēcīgāk. Во-вторых. Otkārt. Пустыня производит смирение в нашей жизни. Tūkstnesis rada pazemību mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Есть место писания такое. Ir tāda rakstvieta. Jākaba 4:6. Jākaba 4:6. Но тем большую даёт благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Toties viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksts saka, ka Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. И это очень важно понимать. Un to ir ļoti svarīgi apzināties. Потому что Бог, он даёт благодать тем, кто смиренные. Jo Dievs dod žēlstību tiem, kas ir pazemīgi. А благодать что это? Bet kas ir žēlstība? Это сила. Žēlstība ir spēks. Сила, чтобы идти дальше. Lai mēs spētu iet tālāk. Это как сказали сегодня, да, что это топливо. Kā šodien teica, tas ir kā tā kā degviela. Мы не можем поехать на какое-то мероприятие, получить что-то. Mēs nevaram aizdarot kaut pasākumu, saņemt kaut ko. И жить этим вот все время, да? Un tikai ar to dzīvot visu laiku. Нам ежедневно требуется благодать Божья. Mums katru dienu ir nepieciešama Dieva žēlstība. Амен. Кто согласен? Kurš piekrīt? Аминь. Аминь. Поэтому это был, знаете, один из главных тормозов, который у меня был в моей пустыне. Un šis punkts bija viens no galvenajiem bremzēm manā tūkstnesī. Мне так было сложно смириться. Man tik sarežģīti bija pazemoties. Реально, я терпел. Es vienkārši cietu. Знаете, ты можешь смириться, поддаться в руки Божьи или терпеть. Tu vari vai nu nodoties un pazemoties Dieva rokās, vai arī vienkārši blakus un ciest. Это какой-то, не знаю, мазохизм был, да? Kaut kāds мазохизм no manas puses bija. Это просто духовный какой-то, знаешь, как будто мне нравится, что меня бьют, да? Так, а гайки стоят так, как мне кажется, подойдет, как мне сидит. Или я сам себе что-то доказывал, сколько я продержусь, да? Варис, под все упирает, и килги систуряешь. Но мы не призваны к этому. Вот мы с нас, а мы с натом. Мы можем удлинить свою пустыню, но мы не можем ее сократить. Мы с варом погорят свою тупсность, но мы с варом то соединят. Окей, третье. Третье. Пустыня – это время самопознания. Tūkstnesis ir sevis izzināšanas laiks. Мы узнаём, что в наших сердцах. Mēs sākam ieraudzīt un izzināt, kas ir mūsu sirdī. Мы сегодня пели, да, эту песню. Mēs šodien dziedājām dziesmu. Господь, очисти моё сердце. Dievs, attīri manu sirdi. Возьми его. Paņem to. Полностью возьми. Pilnībā paņem. Значит, часто мы поём, но мы даже не представляем, что мы поём. Un bieži mēs dziedam, mēs pat nesaprotam, ko mēs dziedam. И потом Господь, окей. Хочешь? Dievs saka, labi, gribi. Пошли в печку. Ejam krāsnī. Вон пустыня, вперед. Pēc, kur tūkstnesis uz priekšu. Вперед, давайте идем, да? Ejam uz priekšu. И часто вот в это время bieži šajā laikā Бог, он
помогает нам разобраться в своем сердце. Dievs palīdz mums tikt galā ar savu sirdi. Я не знаю, как у вас. Es nezinu, kā jums. Но мне, bet man, как мужчине, kā vīrietim, мне всегда было, знаете, не то, что все равно, но не так важно то, что происходит в моем сердце. Man kā vīrietim, ne tas, ka bija vienalga, bet man nebija tik svarīgi, kas tad notiek manī, manā sirdī. Потому что часто, вот, знаете, эмоции, там, сердце. Эмоции, сердце. Это мы приписываем к женщинам, да? Мы с тобой вайрак перекстам сиевьетам. Что-то вот, это их дело. Та, такая, виню даля. Нам, мужикам, что нам? Кас там умс вирешем? Покормил, иди вперед. Если паэт сэю спрекшем. Да, как бы, ну. И в этом плане, как бы, ну, мы не разбираемся, там, о, я себя чувствую. Он ты взял себя в руки и пошел. Веда, мы с, такая, не текам с своей головой, мы с не думаем, как я себя чувствую. Мы, конечно, нем свою руку, а знаю спрекшем. И часто мы не ценим то, что у нас внутри, потому что внутри сказано, что из этого исходят источники жизни. Un bieži mēs nenovērtējam un noniecinam to, kas ir mūsos, jo Bībele saka, ka no sirds nāk, no iekšienes nāk dzīvība. Если у тебя внутри ничего нет, то каким ты источником можешь быть? Un ja tevī nav nekas, kāds avots tu var būt? Поэтому этот был момент. Tāpēc tas bija mirklis, когда я начал анализировать вообще себя, kad es sāku vispār analizēt sevi, разбираться в своем сердце, tikt galā un skaidrībā ar savu sirdi, в своем поведении, savā uzvedībā, в своих отношениях, savās attiecībās. Я впервые за долгое время, un pirmo reizi, за долгое время, ilgu laiku posmā, я поговорил с своими родителями, es parunāju ar saviem vecākiem, о каких-то вещах, par kaut kādām lietām, которые меня беспокоили, kas mani uztrauca, потому что я понимал, что у меня нету того, как надо было бы. Jo es vienkārši ieraudzīju un sapratu, ka man nav tādas attiecības, kādas viņām vajadzētu būt. Я понял, что у меня есть еще куда расти в отношениях с ними. Un es сапрату, ka man ir kur augt attiecībās ar viņiem. И что я хочу вам сегодня тоже пожелать. Un ko es arī jums gribu šodien novēlēt. Не теряй это время. Nezaudē šo laiku. Не теряй время. Если у тебя еще родители есть, ja tev vēl ir vecāki dzīvi, проведи с ними время. Pavadi ar viņiem laiku. Даже если сложно. Pat ja ir grūti. Напиши что-то, ободри. Uzraksti iedrošini. Скажи, насколько ты благодарен, то, что они дали тебе жизнь. Un pasaki, cik ļoti esi pateicīgs par to, ka viņi tev deva dzīvi. Разберись с отношениями по максимуму, сколько ты можешь. Tiec galā ar šīm attiecībām maksimāli, cik tu vari. Это время, оно помогло мне разобраться в себе. Šis laiks man palīdzēja tikt un saprast sevi. И я открылся родителям, как никогда еще раньше не делал. Un es atvēros vecākiem kā nekad iepriekš. Потому что я, знаете, как я уже говорил, я не любил разбираться в своих эмоциях, в своем сердце. Jo, kā es teicu, man nepatika tur rakņāties savās emocijās, savā sirdī. Мне казалось, это женское дело. Man likās, tā ir tāda sieviešu padarīšana. Но оказывается, мы же все люди. Bet izrādās, mēs visi esam cilvēki. У нас тоже есть сердце, у нас есть эмоции. Mums arī ir sirds, mums ir желания. Mums ir vēlmes. У нас есть какие-то травмы. Mums ir kaut kādas traumas. У нас есть какие-то страхи. Mums ir kaut kādas bailes. Недоверие. Неуступчивость. Так часто это все идет с детства. Un tik bieži tas nāk no bērnības. И мы должны это решать. Mums ir tās lietas jārisina. Потому что, к сожалению, это все переходит в наши отношения с нашим отцом. Jo, diemžēl, pēc tam tas viss pārauk mūsu tālākajās attiecībās ar debes tēvu. А он наш любящий отец. Bet viņš ir mūsu mīlošais tēvs. Он желает нам самого лучшего. Viņš vēlās mums pašu labāko. И в псалме написано. Un psalmā ir teikts. 138. Pantā. Ой, 139. Nodaļā. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 139. Псалмс, 23-24. Панц. Pārbaud man, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Поэтому давайте просить у Бога, чтобы Он испытал нас. Амен. Лукси, Дьявол, лай винч му сизин, лай чтобы Он вынес все, что не нужно в нашем сердце. Лай винч изнес вису, кас нам ваядзикс. И как сегодня сестра уже сказала. Каждая масса теица. Просто она отдала все, что было у нее, как бы важное в ее жизни, она просто отдала. Адева вису, итка свариго сава дзиве адева виням. Даже свои привычки. Под саву с даже свои зависимости. Под саву с откорибс. Потому что для нее это было важно. Тапеска виняц би свариго. Она отдала все Богу. Виня адева вису Дьявол. И Бог наполнил своим Духом Святым. Амен. Дьявол спепил дьявол свято гару. Палдес Дьявол. Четвертое. Četurtais. Пустыня – это сезон очищения и переплавки. Tūksnesis ir attīrīšanas un pārkausēšanas posms sezona.
Знаете, это нелегко. Знаете, это снова вегло. Это больно. Это слёт сапиг. Но это очень нужно. Это слёт и вайдикс. Знаете, я думал, что я чистый. Перестам из дома, когда я сосмутаюсь. Не, ну я моюсь, честно, я моюсь. Я смазываю своей душе. Я моюсь физически, да? Слава богу. Физически мозгаюсь. У нас есть вода, слава богу, теплая вода. Но у меня было такое, знаете, внутри, что я как будто, ну, это... Вначале у меня такое было перед свадьбой, да, думал, что я вообще идеально. Первосакотная мантазбитная сказанка, малыкаска, здесь пара с идеалс. Потом я поженился. Поставай сам процесс. Понял, что, ну, не совсем я такой идеальный, как мне казалось. Сам процесс, знаю, стыклю от идеалс, как малыкас. Потом пришел этот момент пустыни. Он тогда от нас, ты сатук с нашей посмос. Я понял, что, ну, еще совсем не такой, как надо было бы. Он тогда сам процесс, галик, нас, мутацка, давай, зато будет. Знаете, я в четвертом поколение, ну, можно сказать, служитель. Es esmu ceturtajā paudzē kalpotājs. И многие думают, ну, если он христианин, то все, короче, у него там уже билет на небо, все, супер. Un citi domā, ну, viņš kristietis, viņam tur biļete uz debesīm. Но есть такое выражение, что у Бога нету внуков, да. Bet ir tāds izteiciens, ka Dievam nav mazbērni. У него все дети. Viņam ir tikai bērni. Да, и это классно. Tas ir brīnišķīgi. Потому что он нас любит всех одинаково. Viņš mūs mīl visus vienā. И поэтому, ну, у меня было такое внутри, знаете, что я, ну, вот... И так святой, типа, у меня все классно. Мы бы якша тац, такая, ну, я все свят, мы на все. У меня там есть контакты на небесах. У меня тац контакт дебесы. Но в те самые трудные моменты. Это я с грута, к я с посмос. В эти неспанные ночи. Это я снегула, это я снактис. Знаете, такие действия бывали иногда, и такие слова выходили, ну, от меня. Дарбибас, он какой-то варды нацы, но что я сам не узнавал себя. Как я спать себе не отпозину. Оказывается, я знаю много плохих слов. Даже матных слов. Ну, я их не говорил, слава богу. Да. До этого еще не дошло. Но я думал их при себе. Я понимаю, что в этот момент он Бог просто он, под этим натиском он выносил все, что вот было плохое в моем сердце. Он просто, знаете, выбирает всю грязь. Это как нажимаешь, знаете, вот на что-то, на какой-то, не знаю, там, тюбик, да, или там еще куда-то. Ты просто видишь, там выходит. Да. И вот так же у меня было. И то, что выходило, это, ну, не повод гордиться. Но повод гордиться тем, что Бог. Знаете, он все это забрал по своей милости. И он через это прославился. Амен. Амен. Аллилуйя. Я еще в процессе. Но уже намного лучше. И в Иова 23:10 написано. Un Ieba grāmatā 23:10 ir rakstīts. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Taču manis ieturamo ceļu viņš zina itin labi, un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrast zeltam līdzīgus. Знаете, мы сейчас думаем, что мы золотые. Mēs bieži domām, ka mēs esam tāds zelta cilvēks. У меня золотой характер, да? Tāds zelta raksturs. Ну, в смысле тяжелый, да? Тяжелый характер. Золотой. Smags zelta raksturs. Просто почему такой тяжелый человек? Ну, с тобой тяжело, у меня золотой характер. Просто как бы, если ты верь, так смаги, то есть смаг человек, с момента, конечно, золотой характер. Ну, знаете, в Библии золото, когда сравнивают с небеса, это прозрачность. Bet tad, kad tiek salīdzināts zelts Bībelē, tas nozīmē, ka viņš ir cauri redzams. И Бог хочет сделать нас на то, чтобы мы были похожи на это прозрачное золото. Un Dievs grib mūs izveidot, lai mēs esam kā šis cauri redzamais zelts. Чтобы не были тяжелые в характере, да? Lai mēs nebūtu smagi raksturā. Но чтобы мы были прозрачные и Богу угодные. Būtu cauri redzami un Dievam tīkami. Поэтому четвертый пункт. Tāpēc ceturtais punkts. Pustinī tas sezona očišenia i переплавки. Tūkstnesis ir pārkausēšanas un attīrīšanas sezona. Пятый пункт. Piektais. Pustinė ukrepляет нашу жизнь. Piektais. Tūkstnesis nostiprina mūsu dzīvi. Написано в Библии, что Ян Креститель, когда он рос, он был в пустыне. И rakstīts, kad Jānis Kristītājs auga, viņš pieauga tūkstnesī. Он стал сильным во время своего пустынного пребывания. Un viņš kļuva spēcīgs tad, kad viņš bija tūkstnesī. Потом только Бог представил его для Израиля. Pēc tam tikai Dievs viņu stādīja Izraēls priekšā. Значит, он проходил эту пустыню для подготовки, чтобы Бог его в силе представил Израиль. Tātad viņš gāja cauri šim tūkstnes laikam, lai Dievs pēc tam viņu spēkā varētu lietot.
Поэтому Бог укрепляет нашу жизнь через пустыню. Тапец Дьевс ностиприна мусу дзиви цаур тукснеси. Шестой пункт. Сестайс пункт. Пустыня – это время откровения. Тукснесис ир атклясмес лайкс. Так часто бывает, что Бог в пустыне нам говорит очень четко и очень ясно. Bieži ir tā, ka Dievs tūkstnešu laikā runā uz mums skaidri un atzīmredzami. Как Бог, вы читали, да, что Бог, он появился Моисею, да, тоже в пустыне, через горячий куст. Kad Dievs parādījās Mozum arī tūkstnesī. И он открыл себя очень ясно и очень четко. Viņš parādīja sev ļoti acīmredzami. Также вот история, когда мы читаем про, и, про Павла, да, апостола Павла. Tāpat arī, kad mēs lasām par apostolu Pāvilu. И написано в Галатам 16 главе 17 стихе. Там Павел пишет, что такова была воля Божья открыть в нем сына своего, чтобы я благовествовал язычникам. Я тогда не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию. Да? Я пошел в пустыню, он говорит. Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izradzējis un savā žālstībā aicinājis, labpatika savu dēlu man atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ neatgriezos pēc padomu pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzalumu pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Galatiešiem 1:15 līdz 17. Это Галатам 1:17. Мы видим, что Павел, когда он покаялся, да. Тот, как Павел ножалой. Он не пошел сразу, знаете, к апостолам в Иерусалим. Он начинает с Гаузрейзу, с Иерусалима. Он пошел в Аравийскую пустыню. Он начинает с Гаузаравии. Чтобы Бог мог его там приготовить. Да, Диос у него ратур сагатовод. Чтобы мог его там, знаете, с ним поговорить. Да, Диос спал. Объяснить какие-то вещи. Пару натун, поскадрот какой-то след. Показать какие-то вещи. Порадить какой-то след. И только потом он послал его дальше. Он такая тадвинч сути и Поэтому хочу сказать, не бойся своей пустыни. То есть, говорю, подойди, не бойтесь, но тухнешь. Не надо бояться. Не вайк бойтесь. Нельзя оставаться одному. Не дрикс палить веном. Потому что, знаете, в пустыне ты все равно не будешь один. Я тухнешь, и ты кунтату не будешь. Там есть компаньон один. Туритас компаньон. Который не позволит тебе оставаться одному. Куш, мне кажется, нельзя оставаться палить веном. Помните, Иисус тоже хотел быть один. Atcerieties, Jēzus arī gribēja būt viens. Все-таки подошел один к нему. Bet tomēr pie viņa piegāja viens. Лукавый, да? Дьявол. И искушал его. Вэлнс, ляунайс, курш виню кардинай. Поэтому, если ты останешься без людей, то ты в любом случае будешь с кем-то. Нет, ты паликси без человека, ты кунтату будешь с каду. Поэтому, друзья, у вас есть прекрасная привилегия быть в Церкви Божьей. Тапец, драуги, юмс ир бринчик, привилегия быть Дьев драудзе. У вас есть поддержка. Юмс ир атбалст. Амен. Амен. У вас есть поддержка, у вас есть семья духовная. Юмс ир атбалст, юмс ир гарига гимене. И когда один проходит пустыню, kad viens iet caur tūkstens, другой, возможно, уже прошел. Otrs, varbūt, jau ir izgājis. Поддерживайте друг друга. Atbalstiet. Молитесь друг за друга. Лудзiet viens par otru. Ободряйте друг друга. Iedrošiniet viens otru. Стойте вместе в молитве. Ставiet kopā lūkšanā. Потому что только вместе мы сильны. И Amen. Tikai kopā mēs esam stipri. И последний пункт, седьмой. Pēdējais, septītais. Пустыня готовит нас к исполнению обетований, данных Богом. Tūkstnesis mums sagatavo, lai īstenotos Dieva apsolījumu mūsu dzīvē. To, što on obiešal pēd pustiņi, to, ko viņš ir apsolījis pirms tūkstneša, on čiz pustiņu tebie gatavi, šo ty mog priņemt. Viņš to šo tūkstnesi tevi gatavo pārveido, lai tu varētu to pieņemt, uzņemt. Nu što, ināči, это бы тебя или раздавило бы, jo citādāk vai ne tevi tas sagrautu, или бы увело от Бога, aizvestu prom no Dieva. Но он тебя приготовил, чтобы ты теперь смог бы взять тот дар, который он тебе приготовил. То, он тебя готовил, чтобы ты варат узнать что даван, кого он тебе грубо дает. Филиппийцам 1:6 написано. Филиппийцам 1:6 и так. Я уверен, что тот, кто начал у вас доброе дело, доведет его до конца к возвращению Иисуса Христа. Будем спарлесняться, что тас, кас Иисус сирди из лабо дарби есад, что побегсли из Христос Иисус денай. Амен. Амен. Увидишь, что Бог закончил? Jūs gribat, lai Dievs pabeidz šo iesākto labo darbu pie jums? Amen, amen. Amen. И давайте будем присоединяться к тому числу великих святых людей, которые прошли эти пустыни. Pievienosimies šiem cilvēkiem svētajiem, kas ir izgājuši šo... Приблизимся к Богу с чистым сердцем и чистыми руками. Un tuvosimies pie Dieva ar tīrām rokām, ar tīrām sirdīm. Как это делали Давид, Моисей, kā to darīja Davids, Павел, Иосиф и другие. Мозус, Язепс un... Наши братья из Библии. Мусу брали на Библии.
когда мы идем по пустыне, нам очень важно, чтобы кто-то был рядом. Tad, kad mēs ejam pa šo tūkstnes, ir ļoti svarīgi, lai kāds būtu blakus. И даже на расстоянии тоже считается. Pat arī, ja tas ir attālumā. Нам не надо, знаете, все время вот быть вот так вот, да? Mums nevajag visu laiku tik tuvu būt. Ты можешь просто быть где-то рядом и наблюдать, чтобы человек, он проходил правильно свою пустыню. Tu vari vienkārši būt malā un vērot, lai cilvēks pareizi ietu. И в такие моменты вам нужно очень ценить своего пастыря. Un tādos mirkļos ir ļoti jānovērtē savus mācītājus. Потому что Бог, он его поставил в это место, чтобы он помогал вам пройти ваши пустыни. Jo Dievs ir nolicis viņu šajā vietā, lai viņš palīdzētu jums iet cauri jūsu чтобы направить где-то. Lai varbūt kaut kur vienzīt. Возможно, ты ходишь вокруг этой горы уже там, не знаю, 15 раз. Varbūt tu jau eji tai kalnam apkārt jau 15 reizi. И надо тебе открыть, где это, куда тебе двигаться. Un tev varbūt ir jāsaņem atklāsim, kur tev jāiet. Поэтому молитесь за пасторов. Tāpēc lūdziet par mācītājiem arī. Молитесь. Lūdziet. Пусть Господь вас благословит каждого. Lai Dievs jūs katru svētī. Когда мы ходим по пустыне, так как мы стаigаем по тукснеси, нам нужен ориентир. Согласны? Нам нужен ориентир. В пустыне у тебя нет ничего, кроме солнца. Да? Mums ir vajadzīgs kaut kas, pēc kā mēs varam orientēties. Un tuksnesī nav nekā cita kā saule. И мне нравится этот пример. Man patīk šis piemērs. Мы когда были в Америке 4 года назад. Mēs bijām Amerikā 4 gadus atpakaļ. И мы, знаете, поехали на глубоководную рыбалку. Mēs aizbraucām zvejot tādos dziļos ūdeņos. И там, когда ты едешь, да у тебя просто шатает. Ты на катере едешь там. Un tā, kad tu peldi uz tās laivas, tev vienkārši šūpo. Тебя шатает глаза, ой, то есть все болят, потому что соленая вода. У нас и сап его сальный суден, всякая шли. Ветер. Вещь. Ты еле стоишь с этой удочкой там. Ты кнапи, ты ставер, то. Мы приехали. Мы сад бросаем. А я вообще такой, ну мне не нравится, эти, знаете, мне там голова может сразу там тошнота. Мне не потика шупа, мы сак слегти палик. И все, и ты стоишь, и вот этот человек, он сказал интересную мысль. Он то с капитан спадает, интересно. Он сказал интересную мысль, он говорит, когда у тебя в жизни уходит, ну скажем так, из-под ног основания, да, или нету какой-то стабильности. Tad, kad tev dzīvē zem kājām pazūd pamats vai nav kaut kāda stabilitāte. Ты должен найти что-то, что находится, ну вот, на что ориентироваться, что-то, что неизменно. Un tad tev ir jāatrod kaut kas, uz ko orientēties, kas ir nemainīgs. Например, мы в лодке ехали. Piemēram, mēs laivā peldam. Он говорит, смотри вот на облака. Skaties uz mākoņiem. Смотри на солнце, если можешь. Skaties uz sauli, ja vari. И это, знаете, аллегория нашей жизни. Tā ir patiesībā mūsu dzīves аллегория. Когда у тебя обстоятельства такие, что тебя просто выбивает из ног. Так это тебе обстоятельства такие, что vienkārši tev visit. Мы должны смотреть на то, что неизменно. Mums ir jāskatās uz to, kas ir nemainīgs. Это Иисус Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Прообразе солнца, да? Piemēram, saules līdzībā. И ты в пустыне идешь, ты понимаешь, что ты не понимаешь, куда ты идешь, да? Un tuksnesī tu ej, un tu nesaproti vispār, kur tu ej. Но ты смотришь на солнце. Bet tu skaties sauli. И ты понимаешь, где есть запад, где восток, где юг, где север. Un tu saproti, kur ir ziemeļi, rietumi. И также на Христа. Христос тебе показывает направление. Un tāpat arī Kristus, viņš tev rādīs virzienu. Поэтому не забывай. Tāpēc neaizmirsti. Когда у тебя буря в жизни. Tad, kad tev ir vētra dzīvē. Смотри на Христа. Skaties uz Kristu. Он тебя никогда не подведет. Viņš nekad tev nepievils. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, интересный факт такой, что я тоже задумался, что вот солнце, которое мы видим. Tāds interesants fakts, es tā aizdomājos, tā saule, ko mēs redzam. Вы представляете, что на него смотрели все люди, которые были в этом мире? Он не думает, что это паш Саул скатился, весь человек, который был и чем шея пошел. Сам Христос на него смотрел. Пац Христос у стороны скатился. Я думаю, это. И мы сейчас, наш взгляд сейчас сходится, потому что мы смотрим на то же солнце. Скатился, согрит, и мы скатимся с того паш Саул. Это вам так чуть-чуть экстра. Экстра павел пардон. Да. Вот, поэтому смотрите на Христа. Tāpēc skatāties uz Kristu. У вас будет трудности, будут свои переплавки, будут все эти пункты, которые мы проходили, возможно, уже больше пунктов. Varbūt jūs gājāt cauri vairākiem punktiem. Но давайте будем смотреть на Христа. Это самое главное. Skatīsimies uz Kristu, tas ir pats galvenais. Тогда мы придем до конца своей пустыни. Tā kā mēs aiziesim līdz galam mūsu tuksnesim. И мы сможем служить другим людям. Tad mēs varēsim kalpot citiem cilvēkiem. Аллилуйя.
Два последних года, я думаю, что у нас у всех были очень такие, знаете, пустынные из-за не наших, возможно, обстоятельств. Un pēdējie divi gadi varbūt visiem bija tādi tūkstnešaini. Из-за ковида, да, из-за пандемии. Да, пандемии, iespējams. И это была пустыня, такая большая, скажу. Tā bija tāda, varbūt, глобальная, да. Сейчас у некоторых началась новая пустыня. Так... из-за войны на Украине и так дальше. Un tagad kādam, varbūt, sākās cits tūkstnešs. Но мы должны пройти свою пустыню. Bet mums ir jāiziet cauri. Независимо, мы идем всем миром. Vai, nu, tas nav atkarīgs, vai mēs ejam ar visu pasauli, Stranoj, ar valsti, cerkavju, ar draudzi. Мы должны пройти каждый лично свою пустыню. Bet katram personīgi ir jāiet cauri. Все такие, опять. Я думал, что мы будем как бы, ну, беспроблемно жить. Es domāju, ka mēs dzīvosim без проблем. Мы будем. Mēs dzīvosim. На небесах. Debesīs. Но на земле у нас есть обетование, что Бог всегда будет с нами. Bet никогда не оставит. Zemes, mums ir apsolījums, ka Dievs vienmēr ir ar mums, nekad mums neatstās. Выбор за нами сегодня, друзья. Izvēle ir mūsu rokās. Насколько быстро мы пройдем свою пустыню? Cik ļoti ātri mēs iziesim cauri šim tūkstnesim? Поймем ли мы эти уроки? Vai mēs sapratīsim šīs mācības? Или же мы будем как Эрланд? Vai arī mēs būsim kā Эрланд? Который был таким упертым? Kurš bija tik spītīgs? Который не хотел смиряться. Kurš negribēja pazemoties. Которому нравилось терпеть. Kuram patika ciest. И он себе удлинил эту пустыню на 2 года. Viņš sev pagarināja to tūkstnesi uz 2 gadiem. Выбор за тобой сегодня. Izvēle ir tavās rokās šodien. Но я верю, что Бог, он хочет, чтобы мы все как можно быстрее прошли это. Bet es ticu, ka Dievs vēlas, lai mēs pēc iespējas ātrāk. И вошли бы куда? Un iet kur? В обетованную землю. Absolītajā zemē. Путь к обетованной земле проложен через пустыню. Un ceļš pie absolītās zemes tiek likts caur tūkstnesi. Поэтому сегодня мы будем молиться, друзья, все вместе. Tāpēc šodien mēs lūgsim visi. Будем молиться за тех, кто, возможно, сейчас находится в пустыне. Lūgsim par tiem, kas iespējams tagad atrodas tūkstnesī. Может быть, у тебя сегодня оазис какой-то. Varbūt tev šodien ir kāda oāze. Ты чувствуешь, что вот эти вот дни, вот как был Натан, это было твое вот оазис твой, да? Un tu varbūt jūti, kad bija tie dievkalpojumi tīpas, lai tā bija kā tāda oāze. Ты понимаешь, что тебе еще идти дальше. Bet tu saproti, ka tev ir jāiet arī tālāk. Что обетованная земля ждет тебя. Ka apsolītā zeme tevi gaida. Поэтому сегодня хотим с вами вместе молиться. Tāpēc gribam šodien lūgt ar tevi, ar jums. Чтобы вы могли дойти до своей... до окончания своей пустыни. Lai katrs varētu aiziet līdz savu tūkstnešu beigām. Давайте будем все вместе молиться сейчас, друг за друга. Lūksim kopā viens par otru. Если вы, возможно, нуждаетесь в молитвенной поддержке, мы здесь с радостью можем вместе с вами помолиться. Un, ja jums ir vajadzīgs lūkšana, atbalsts, mēs labprāt lūksim par jums. Пусть Господь благословит каждого из нас. Lai Dievs svētī